Война в Афганистане. Нашим мужчинам там было очень тяжело. 30-летию вывода советских войск из Афганистана посвящается. У страны были задачи, мы просто выполняли свою долю и старались ее выполнить как можно лучше. Люди, которые выполнили интернациональный долг. Никогда не писал, что там тяжело, что устал. Писал: мама, не бойся, все будет хорошо, я вернусь, я жить тебе один. В документальном проекте «Письма из Афгана». В пятницу в 22:00 только на Интере.